Как добавить видео с YouTube на Mail.ru? Очень просто. Заходим на свою страницу «Мой мир». Слева ищем видео. Нажимаем на видео. Выходит вот такая страничка. Нажимаем «Мое видео». У меня здесь загружены мои ролики. Нажимаем на эту плашку «Добавить видео». Здесь можно загрузить файл с компьютера, но мы будем загружать из интернета. Нажимаем на кнопочку «Добавить». Сюда нужно ввести ссылку со своего канала на свой ролик. Значит, идем на свой канал, переходим в менеджер видео, выбираем ролик. Вот я этот ролик беру. Здесь я нажала «Изменить». Вот здесь берем ссылочку, копируем, выделяем, копируем. Идем обратно, идем в «Мой мир». И здесь вот видите ссылку из интернета. Вводим свою ссылку. Вставить. Добавить. Появляется у нас окошко добавление видео. И здесь нам сообщают, что видео было успешно загружено. Здесь оно должно быть обработано. Будет доступно по вот этой ссылке. Здесь у нас уже название есть. Описание тоже с YouTube есть. Теперь нам нужно нажать на плашку «Сохранить». Нажимаем. Если видеоролик небольшой, а у меня он небольшой, посмотрим. Сохранение происходит довольно быстро. Угу. Ролик мой загрузился. На него можно нажать, кликнуть на него. И под роликом можно просмотреть. И под роликом здесь можно написать комментарий. Здесь написать и потом нажать «Отправить». Вот и все. Наш ролик загрузился на Mail.ru. И таким образом можно добавлять следующие видео. Вот так легко и просто мы загружаем свои видеоролики с YouTube на Mail.ru, в «Мой мир». Удачи!